Я? Да Можно. не, нисколько. А я две подряд, братан. Это за себя и за друга. Сегодня я пропускаю, Да. да? Ну сейчас посмотри, сейчас стопудово, Я? Да короче. не, Ну у нисколько. меня пока не грузится ничего, у меня типа написано fine. Да, Типа. за себя и за Я друга. еще, ну. Сегодня Ну я там задержка, пропускаю, что ли? да? Ну сейчас посмотри, сейчас Смотри, короче, стопудово. доиграешь, тебя полиция битрейта, короче, скажет. Да какая полиция битрейт? Я Знаешь, больше короче, 2000 не могу так вообще она ничего делать. намного, она, слышь, Сейчас она не только посмотри, битрейтом сейчас занимается, стопудово. она занимается Полиция еще битрейта, контентом. короче. Скажет, Да что какая ты полиция порнографию детской, короче, битрейт? Я знаешь, больше короче, 2000 не могу чем вообще ты ничего делать. занимаешься. Она, слышь, она не только битрейтом занимается, еще контентом. А, Скажет, вот, что ты схватить его, да, нормально. я больше 2000 не могу Чему вообще ты ничего занимаешься? делать. О, как у тебя слышишь, тебя тихо слышно. Меня слышно тихо? Да, в этом, в игре. Я вот на максимум сейчас Странно. выродил, очень тихо. Ну тогда Подкрути, 70, короче, ног, короче. слышь. Не, подкрути ползунок этого, как его, динамиков на справа внизу, короче. У, Там как у тебя подкрути. слышно, тебя тихо слышно? Чё, Там у меня слезай, микрофон короче. всегда на всю, ты чё? Да, в этом. Не, ну там Я вот на справа внизу максимум крути выручил, это эквалайзер, ну тогда чтобы 70, это короче. сам все Не, звуки разом подкрути сделать ползунок ног этого, громче. как его, Так динамиков и на это. так на максимум, справа внизу, короче, ног Понимаешь, крути. если я делаю Там у как меня бы микрофон себя всегда на на. Не, не максимум и себя, все ты звуки все на максимум. вместе, и игру, и меня, и себя сделать туда вот все Нет, повыше. понимаешь, вот Ну, вчера, сам когда все звуки оба разом. было на максимум, меня было слышно очень Так громко, а и это. тебя и игру мало. Соответственно, я не могу усилить звуки винды, поэтому я могу уменьшить звуки себя. Вот, и сейчас я Понятно. типа на 70% как бы это. Понимаешь? Понимаешь, если я Ну, я делаю понял. как... Так, я, короче, врубаю свое дерьмо, включаю, да, приглашаю, у тебя там сохранился сейф-то? Подожди, я смотрю. Сейчас, ну-ка, проверим, что тут у нас. Ну, у меня опять. Так, ГПУ, короче, оно усирается, но выдает 120 FPS. Так что я не знаю, как у тебя i7 твой тормозит. У тебя этот, как у GTA идет, блин. С этим, Подожди. с, на фоне со стримом. Это как-то говнище сраное. Зомби-армия, Канон блядь. не оптимизированная консольная дерьмо. Оно не консоль, в том-то и прикол. А прыгать там все равно нельзя. Так, компания. Ой, у меня не работает. Игра говно, короче. Эти игры мне надо покупать. Ты такой, давай купим, давай купим. Почему? Игра У меня говно. Это, сейчас не может быть, работает. первая часть Сама не была работает. говном, а типа это. Вторая вот мы играли, и мне понравилось очень сильно. У меня не работает игра, прикинь, нажимаю куда-либо, короче. Ну, А. проверь целостность хэша там. Не, у меня тупо этот не работает. Я, кстати, еще там на этом в советах почитал, как убрать загрузочные этот картинки. Ну, типа, знаешь, как пишешь, типа там no movies в доте или еще что-то. А здесь такой херни нет. Там надо просто удалять эти видосы. Сейчас закрою игру. Там, Зону. кстати, в третьей части прям я почитал, как будто прям RPG. Мы сейчас третью голову играть, потому что что-то мне первая вообще не Нет, понравилась. ну давай проходить все заново. Ну, Чё-то как да, мы этот. играли это говно уже, я помню. Нет, я не помню. Я вот этого Я генерала помню помню. только во второй части. Ну, Да, смотри, был давай ты, блин, хотя бы. я ж тебе про бутылку сказал, короче. Сказал. Но это в Уже был. начале. Какая разница? И кроме того, во второй части там точно так же. Так что у тебя просто Это могло гонишь, быть короче. похожее чувство, потому что Нет, там... я тебе говорю, я играл в это говно. Нет, Мы с давай, тобой играли. короче, мы пройдем первую, потом вторую не будем. И начнем сразу третью. Вот так. Че, ты меня приглашаешь, да? Я сделаю открытый, короче. Сегодня я буду тёлкой, короче. Я тоже хочу тёлкой. Сейчас, Ну, ты как там, выбор слышь, персонажа? окей, я возьму тогда негритоса. Не, ну ты возьми другую тёлку. Типа ты возьми Нет, там я Зои или сначала, Нигершу, а я все равно возьму забуду, короче. Надо вот играть, типа я вот играл стариком. Сегодня надо играть Зои. Следующий будет негритос, короче, там. Я вот Мари Шевалье, короче, Сложность возьму. какую ставим?
Ну, Там естественно, поменьше? легкую. Легкую, Легкую, да, легкую. давай, давай. А конфигурация врага? Че, Время какая, восхищения какая? врага до двух игроков, до трех. Давай, короче, много врагов сделаем. Скорость воскрешения врагов, типа, большая. Ну а смысл тогда ставить Чем их легкую мать? сложность? Ну, мы будем их легко убивать, но они будут быстро респиться. Ну а в И круто чем-то будет. смысл легкости игры? Смысл пострелять в Там в том-то смысле. и смысл, что они на тебя прут, и ты, блин, не успеваешь их убивать. Ну так на Ну. первом, ну не будет, не так неприкольно будет на легкой сложности это. Дни готов Давай, плюс, да и давай. что? Готовность. Готовность. А ты Зои все равно взял. Нафиг. Там, кстати, говорили, что А типа хочу круче Зою. всего Г винтовка Гивер 41, да. 43, а это автомат крутой, короче, вот такой. Я не вижу, ты Вебли. говори. Ну, короче, Гивер 43 самая крутая винтовка. Была блузковица, короче, автомат самый крутой. И Вебли Марк 6 это самый крутой пистолет. Вот. А с собой надо брать всегда растяжки и динамит, потому что, типа, ну, типа, остальное чаще встречается по игре. О, смотри. Чё Пошел, там? почитал ведь еще эти гайды. Ну да, я пошел гайды почитать, а как же еще? Слышь, а я не помню этого места. Что это за место Видишь, все-таки? это мы в метро спустились. А потому что я говорю, что мы не играли в эту часть. А ты говорил, Нет, типа, это на третьей ага. части разве? Слышь, я не Нет. помню, ничего оставил. Я просто нажал, типа, создать. Я не помню, что. Я не выбирал миссию. Я Там миссию сказали, выбирал. кстати, что гарант это самая вообще параша, которая только может быть. В смысле гарант? Они вон идут сверху. Карабин М1? Ну да. Ты офигел, что ли? Я с ним навариваю, короче, а для тебя на говно, да? Нет, это сказали, что это говно эти. Так, там вон они Фашисты. вдалеке зарезались. Нет, русский гайд, чувак. Тут, кстати, есть такая тема, как скорость полета пули. И типа это. У разной винтовки она разная, и то есть реально тут баллистика, как в Red Оркестре. Блин, ну не это самое, не взрывай. Без надобности. Ну Кстати, и на надо Ctrl. правильно. На Ctrl, если ты зажимаешь Ctrl, то ты можешь без прицела стрелять. Попробуй. А ты чего? Узнал что Да, я не знал на какую кнопку. Точнее, я забыл. ли? Я помню, что мы проиграли. Молодец, Кстати, заявил. в третьей. Нет, я. Это просто сказали, короче. Мы проиграли. Обыскивать, кстати, не забывай. Не надо. Ну, как хочешь. Че, надо залезать, что ли? Куда-то вверх. Лопата. А где лопата? Блин. Да. Ты понимаешь, Черт. сюда что ты делаешь? Да блин, да, они тут это. Что-то их тут дохера вообще. Где, короче, моя NightVision? Как включить? Наверное, не работает. Найтвижена тут нет, Найтвижена, ты гонишь? Враг, короче, отстой. Ну, короче, зря ты видишь какому-нибудь школьнику, который говорит, что гарант, короче, отстойная винтовка. У меня 15 пуль. Сколько в твоей винтовке пуль? В моей сейчас Да. пом 8. А у меня 15.
Ну, это да, самый большой как бы магазин у них, но как бы смысла от этого нет, если пули слабые. Там В смысле, сказано, пуля что... слабая, в голову стреляй, будьте нормально. Не, ну это решает там, если как Чем бы это решает, короче? Ты все равно не ты попадешь в этого. в ливлитного солдата, да, Да, там. ты литл, ты все равно не попадешь. Ты опять проиграл. О, смотри, я нашел. Давайте к орудию. А, сейчас будет это. Ну, сейчас я подбегу он туда. Что делать-то? Ну, это надо... Нет, сейчас они попрут. Готовься, готовься. Как бы. Я Ну, буду... прикол. И да вон они внизу. Сейчас я это их... Я не достаю. Ну, ты вдаль стреляй. Тут-то я чуваков соберу. Они издали. Вон, видишь, там... Сейчас, мне кажется, они попрут. Или нет. Ну-ка, что тут написано-то хоть? Открыть дверь. Ну, открыл. Так. Взять карту. Взял. Гитлер безумный. Нет, ты там сиди, готовься, мне кажется. Потому что тут нету прохода. И, соответственно, там план З, короче, я взял карту. Так, дробовик. Ну жди. Ща, вот, Будем в короче, тут. третьей играть. В третьей там будет РПГ. Там типа написано, что... Чё, пошли люди, да? В смысле? Чё ты в поле еще? Не, ну просто как бы... Блин, тут... Ой, черт! черт. Они пришли откуда-то. Давай Там... без пулемета. Они прошли с этой стороны, короче. Ну да. Загонь вообще, что по ним. Блин, я стреляю там, смотри. Блин, Они ну прошли. смотри. У меня У меня прошли. тоже справа. У меня прошли снизу, короче. А не А у сбоку. меня сбоку прошли. Давай здесь ставить, короче. Блин, да ты можешь меня прикрывать, а? Я прикрываю. Ни хрена ты меня не Ты не прикрываешь сейчас. стреляешь, потому что внизу ты не стреляешь. Они прошли по лестнице с твоей стороны. Ну, потому что ты их не убил. Я могу либо стоять сбоку, Ну а смотреть, ты либо чё, их убивать. нафига? Это вдаль я могу стрелять, а вот Ну, я вблизи, короче. посматриваю. Ну, ты же сам пропускаешь. Вон он ползет. Вон все. Там золото взял? Золото нацистов, вроде там не было ничего такого. Право не может. Может, на вроде все победа. Там карта вывалялась. Карта. А золота тут нету. Фонарик, кстати, нету. Не было тогда фонариков. Почему, блин, какая башка размытая, вообще кошмар. Ну Просто настолько она отстойно сделана через прицел, что вообще. да, мне кажется, они тут просто накосячили с этим, с переводом. Ну, не с переводом, а с апдейтом графики, блин, скелетики. Так, сзади вроде никого нету.
Огонь-то как потушить нам? Да никак, нам туда надо. А, там это. Что-то к нам никто не заходит. Да. Видать, не сильно популярная игра. Все, сейфхаус. Да блин, если бы мы всем сыграли, то было популярно. Тебе надо стримить Far Cry. Чего? Far Cry Primal, да? Да, или да, арму да. Хотя бы, если бы арму стримил, либо доту. Лучше бы народу смотрело. Общит. Че там? Тут лебедь запускают. Я ничего не вижу. Ну да. Не отказывайся так играть. А чё это? Куда идти-то? В другую сторону, что ли? Да, надо. Вон стрелка ж есть. А, да, вижу. Мало. Пишу мало. Давай нажму. Стою тут. А как? Как идти-то? А, вот тут лестница есть. Откройте служебный тоннель. Но он открывается, типа, как бы, да? А, там же это, блин, надо сейчас будет... Уже без пулемета. Надо нам в сам поиграть, слышишь? Это вообще тема. Я посмотрел видос, один чувак там, короче, на Субару ездит, на Эклипсе. Только машин прикольно, можно даже пятнашку купить, как у Жорик. Ты хочешь? Не. Давай, кидай. 10. 20. Ладно, мы всем будем перепроходить. Какая разница? Точнее, на скрис один буду перепроходить. Не, почему? Мне же тоже надо будет собирать кровь там и прочее дерьмо. Не знаю. Ну здесь что-то не собираешь, где кофе-то все? Ну? Ну здесь наверняка и не будет ее. В смысле? На каждом уровне есть кровь, короче, и слитки. А. Видишь, давай пробегать тупо, короче. Нет, ты че? Да. Сам сюжет неинтересный. Почему? А нормальный. Я бы ПГ третьего поиграл. Ой, еще чуть было. Че не поиграл? Псих что? Ну, короче. Ну. Так, там опять что ли этот? Доберитесь до безопасной комнаты. Походу надо выходить. Блин, они уже поперли, братан. А я тебе что сделаю? Стреляй. Что-то тебе не так на себя помогал. Да не, нормально. Просто я всегда тебя прикрываю, а не стреляю сам. В смысле, мне так кажется, прикрывать неоткуда.
Думаешь? Блин, тут скелетики ходят. Жестко. Стреляем в гранату. Нет, братан! Чё-то не получается. Ну, хэм он не мотает. Да. Да, как-то... Не очень получилось. Да, неудобно получилось. Забей на скелетов, пошли. Так они сзади, по-моему, придут. Да не придут, тут комната безопасная. А. Блин, мыс он что-то не запускает. А, не, он запустил. Блять, не запустил, это люди гумятся надо мной. Попишет привет чай, типа всего. Были он поезда, короче. Ну было? Да, да. Не, я, конечно, согласен, что это уровень похож, но. Тихо, там надо в полете чувака убить. Давай попытаться. А, ну давай. Кто убьет. Сейчас а я не вижу снайпера, а вон. Так. Полетел, педрила. Сейчас полетит опять. О, щит. Да. Вон он летает там где-то, блин. Блин. Не убил его. Чем он вправо полетит? Э, ну чё ты, это он стреляет или ты? Ну, он стреляет. Ну, постреляй, может, рядом с ним, чтобы он... Вот я выстрелил один раз. Лети, чувак. Тебя прилетает, я смотрю, от... Блин. Где-то они там далеко вообще. Вот как хотел. Чё полетит? Видишь, у меня еще патронов много, можно пробовать. Ну да, да. Сейчас полетит вон один друг его. А. А нет, что вниз куда-то улетел. Вон он! Блин. Шути же они душные. Сейчас полетит. Вон он. Убил? А где второй еще? Ну там где-то.
Но тебе ачивку-то дали? Да. Ну, Ну, сейчас дай, прыгнет, дай. сейчас прыгнет. Не попал. Че, вот так надо спрятаться вот так вот. И он тогда сейчас перейдет в другое место. Вот, видишь, он прыгает. Давай, типа, бай, че, а ты стреляй. Я Ну, сейчас вот давай. прыгнуть должен. Блин. Сейчас опять прыгнет. Изи байт Черт. вообще. Так, перезарядил. Ты целишься на опережение или прям в него? Ну, я, по-моему, в него прям попал. Угу. У меня пушка нормальная, мне кусок говна какого-то старого. Давай, сейчас полетит. Блин. Спорим, я еще раз смогу его Да, убить. еще бы. Ну чуть на опережение стреляй, короче, там в этот. Я в пузо попал. Ну, естественно, в пузо. Я даже по два раза успеваю вроде как стрелять, нифига. Давай, сейчас прыгнем, вон. О! Во. Есть! Наконец-то. Там их Тут двое было были или вообще, больше? да, двое. Одного я А. убил, второго ты. Блин, там еще Нет, один есть. смотри, там еще есть. Где-то, да, есть. Где Убил. он? Убил. Ну, еще он, я еще одного убил. И вон еще А. один появился. Тут это где-то есть И вон пулемет еще. должен быть, по идее, Что-то много вообще этих. не? А, они еще где-то есть? Ну ты давай Да, их стреляй, штук я 5, что ли, прикрываю, было. короче. Ну, почти в жопу попал. Еще есть? Все, вроде бы. Больше ничего не мелькает. А, не, он там что-то мелькает. А, это труп. Да, поперли будет. Блин, а не это. Да блин, да Криво. ладно уж. Я бы кинул, короче, мы дали эту ачивку. Да, тут стоит граната. О, тихо. Сам-то, блин. О, О, 13. 13. Уже лучше. Чё, короче, поина не умерла. Тут сзади как бы это. Пошли вперед. Я не могу. Ну блин, ладно, сейчас прекратится. Я пошел назад, короче. Куда назад? Ни шагу назад. Не умер, блин. Чего? Зомби? Ну да. Ты че, по мне стреляешь? Фанфар включить. А тут можно? Можно. Кстати, ни одной бутылки еще не нашли. Ну, блин, бутылки это такое. Золото еще реально, я думаю, найти, а вот бутылку не. Че там осада или нет? Че там? Да я на бутылке ищу. Че за фигня, слышишь? Че это такое вообще, смотри. Че это за графику? 83-го года. О, тут скример. У, щит, бежит, блин. Че там? А, они поперли? И мне показалось, это были эти с гранатами чуваки. Там, кстати, может быть это с другого окна попрут. Хотя нет, вроде никого нет тут.
Не упал. Блин, что там случилось с тобой? На тебе, короче, гренку. Я скоро вернусь. Я их быстрее сам убью своей гренкой. Блин, ты мне короче ствол дал говно, он шестизарядный обычно. Я тебе не дал ствол, ты его сам ты взял. Ты сказал, что он хороший. А, ну а да, ну зато он, ну это единственный пистолет, который может убить, короче, ваншотнуть чувака, как винтовка зато. Да, гамму надо, конечно, тут крутить и крутить еще. Полный пиздос, короче. Вообще там. Я выкручиваю, короче. Мне надоело. Мне не помогло. А, она в эту. Она у меня это. Лилась. Вот сайт тут принчер есть. Лучше возьму. Да, не, я это. Пистетин. Джибашу автомат. Джимбашу. Бутылки ищем. Там должна быть на вышке бутылка. Что-то ее не видно. Ща посмотрю. Ну да, я ничего не вижу. Есть тут пистолет хороший. Он Люгер возьму. Ну, кстати, да, Люгер неплохой. У кольта на один патрон больше. Ну, блин, чувак, ты же понимаешь, что чем больше патронов, тем меньше, короче, у них убойная сила. Какая разница в голову ты видишь? Ну, большая. Вот пистолет, короче, он в голову не каждый. Даже если попадаешь прям точно. О, включить рацию. И честно, может, что-нибудь нормальное поиграл бы лучше. Ну, а в чё ещё-то? Чего-то говно. Не знаю. Мне скоро Fallout. Fallout? Нет. Dying Light. А, Fallout. Что-то мне не даёт. Всё это говно. Плохая идея была, короче, значит, играть в эту. Ну, может, в третьей части это норм будет. Вау! Опа! Мне показали это в этом в замедленном повторе, что ты выстрелил. Ну, не, чувак, там не может быть две подряд по-любому. Я смотрю другое здание. Но все равно, как бы, на одном экране. Так близко. Я открываю дверь? Да, конечно. Блин, блин, бежим, бежим, братан, бежим отсюда. Что там много? Это раз, что вообще? Ну, туда кинь. Да кинул ты, беги, дебил. Нормально. 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 Что это было? У меня в дырки улетели гранаты все мои, слышишь, вообще. Ты так смог? Ага, конечно. Давай, пошли, ребята, пройдем. В рукопашном? Сейчас они будут воскрешать, блин. О, видишь? Ну, да, короче, пойди. Блин, он сзади тут. Да! Чё за дерьмо? Да. Да я вот туда пойду смотреть, слышишь?
Здесь буду смотреть, бутылку высматривать. Все, я стою, смотрю. Окей. Ну, по-моему, ты смотришь почти туда же, куда и раньше, типа. Нет. Вон там винтовка лежит, я вижу. Там карабин. Снайпер американцы, короче. Пошли. Я бутылку ищу. Ща найду. Не парься. Иди чай пока. А он очков меньше в два раза. Мне все с тобой не светит. 20 мобов разом убить. Еще бы туман, это был вообще классно. Да где-то на поезде находится. Наверное. Там где-то стоят, короче, вагоны. Там она где-то находится. Я там спрятан. Вон я иду. Ну там светится что-то, а это оказывается лампочка. А, блин, по текстуре кажется, что-то вообще не лампочка ни разу. Да, чуть не особо далеко подвинулся. Ну и аккуратно все стараюсь сделать. Не оставлять, так сказать, за собой дерьма лишнего. Блин, там этот что ли? А, это, там этот, там идет, короче, чувак с этим. Стреляем ему в лицо. Ну давай Не, не вот попробуем. так, вот в лицо именно само. Блин. А, сбил каску. Зараза. Я в лицо стреляю. Ну, мы его стреляем, вообще пофигу. Ну, я говорю, что... А ты Ну, лучше там, типа, стрелял. я Вот он на него читал. стреляет. Ну да, но каску-то сбил ты, братан. Так что Блин, ко мне просто ты книги. выстрелил ему в башку. А он нагнулся, я ему в башку. Да. Сказал, Я что читал, это? что это вообще не так надо делать. Там надо, А как? короче, его... ну, в какой-то другой части будет момент, где можно будет его это... Ну, каким-то инвайрментом убить, типа. Что В там смысле? будет то ли бревно, то ли какое-то, его можно Да. столкнуть в ловушку, короче, и там он умрет, как бы. Там же надо в башку одним ударом. Нет. Там убить, не снимая каски. А, слышь, ты вообще изи. Можно стрелять в тело его просто, и он умрет. Нет, у него в тело там нехилый резист, короче. Там есть что? Ты заходишь. Я Только смотрю бутылки. свастоны всякие. Ну, побежали нафиг отсюда, побежали. Мне Но они надоело же это сзади говно. потом придут. Да, мне надоело это говно, пошли. Так, вот грузовик, все, мы уезжаем, валя, поехали. Ага. Я бы даже надо что-то заправить, топливо на канистру. Все, побежал заправлять, короче. Я бегу к тебе. Да, чё это вдруг? Ну вот у меня Иди. тут есть этот, как его. Чё это такое? Цистерна какая-то? Вот я взял типа топливную канистру. Ой, чёрт, тут скелетики. Скелетики — это не самая твоя большая проблема. А, да, чёрт! Вот дерьмо.
Ты что, хочешь все-таки его в этот? Да, да. В шею? И что, подали? Ну, не, ничего не дали. Ну там каска отлетела. Ну в смысле каска отлетела? Ну я выстрелил ему в шею, у него башка отлетела, каска слетела. Че я тебе могу еще сделать? Может вообще ачивка не с этой части? Там ну, еще... кстати, возможно. Откуда я знаю? Слышь, ты мне сказал такое дерьмо. Надо все собрать, что ли, получается, да? Да. Так, опять а надо, походу, обходить-то. Ну, я взял одну, и ты взял, наверное, одну, да? Не, не брал ни разу. Я стоял, стрелял этого чувака. А, ну я только, короче, одну взял. Ну, я побежал, короче. Давай. А что, тут выносливость, что ли, есть? Да. То есть ты ускоряешься? Блин, я стреляю. Чёрт, снайпера. Чёрт, я попадаю. Убей их. А я не знаю где. Вон он там. Блин, еще один. Когда попасть? Должно быть это золото у нас есть. Нам пофиг. Все, поехали. Все? Можно бежать? Да. Ну ладно. Блин. В затылок прямо. Бил. Ну типа окей. Что делать-то дальше? Ах ты, сука. Едем. Убил. Все, поехал. Выдачу. Нет. Все, вон, смотри, блин. Белел. Мало патронов, братан. Я ухожу. Блин, тут еще снайпера. Все, позиция. Я поехал. Все, я уехал. Куда ты уехал, там какой-то. А тут есть патроны где-нибудь? Нет. МП-40, но... Ленфил. Короче, здесь стоим и радуемся. Да, у меня осталось чуть-чуть, я сейчас стреляю. О, блин, там кого-то чёрт же. Ну, блин, ну, зараза. Надо ждать чувака с гранаты. Ну да. Отлично. Но другая проблема. Музыка такая эпичная пошла, главное. О, у нее что-то такое. Классный музяка. Тут люди пишут: доброй ночи, ура, всем привет. КППР. А, давай я тебя постреляю. Блин, какой МП-40? Я подобрал с трупа МП-40. А все уже последний. Или сейчас будет еще супербосс? Ну, у меня все патрон нету. Люгер? Какой люгер? Я не хочу люгер. Где вебли? Вот дерьмо. Я одно взял, я побежал обратно, нашел патроны, там патроны лежат там. Где я взял, хочешь или возьми? Не, спасибочки. Давай, я постреляю, а ты иди патроны бери. Ну. Тулейт, кто поет песню? Чё? Тулейт, кто поет песню? Не знаю. В смысле? Не знаю я. Тулейт. Какая фраза? Я сразу слышу, что он тулейте.
Ладно, остался. Чего, куда стрелять? О, блин, а там еще один большой идет, видишь? А у меня тут тоже люди идут, если чё. Блин, он снизу идет, блин. Блин, да. Ну, чем как тебе помочь-то? Ну да. Блин, а он уже заходит, братан. Блин, чё ты не сказал, я ищу его там. Он сейчас мы его грохнем, не парься. Блин, зараза. Ой, я сбил ему каску, блин. Он легкий уровень сложности, он легкий. На, чёрт. Да блин, он меня убил. Сваливай отсюда. Все, я убил его. Там еще один идет. Убей его, да, теперь меня воскреши. Все, изи. Бля. А ты, грин, по-быстрому. Не получится тут по-быстрому. По-любому где-нибудь будет дверь, и потом тебе придется от этого дерьмища отбиваться. Чего-то нет ценителей Рока у него в чате. Ну чё-то, а всё? Чё? Я говорю, всё тогда? Ну да, чё-то не очень идёт. Я думаю, мы в третью будем часть играть. А ты в первую захотел. Ну блин, потому что я тоже в неё не играл. То есть только в первую мне часть мне там поиграли. Мне почему-то неинтересно, короче. Мне не интересно ни разу. Чё-то тебе какую-то дали... Уничтожить оживших 20 зомби, проигравший пари. Ну потому что ты не добиваешь тех, кто восстал. Вот в чем прикол. Я думаю, тут изи было бы. Наверное, потому что я сразу их убиваю.